Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Бритон Ривьер или Брайтон Ривьер. Переводчик переводит британец Ривьер. Был британским художником из гугенотов, выставлял множество картин в Королевской академии, но большую часть своей жизни посвятил картинам с животными. Я пользуюсь переводной Википедией и частью данных, которые я нашел в интернете. Отец несколько лет был учителем рисования в колледже, а затем учителем рисования в Оксфордском университете. Бритон получил образование в колледже в Оксфорде, где он получил степень в 1867 году. Своим художественным образованием, конечно, был полностью обязан своему отцу. Его дядя по отцовской линии Генри Ривьер также был известным акварелистом, который выставлял работы в Королевском обществе акварелистов в Лондоне и Королевском обществе художников Бирмингема. Первые картины Бритона появились в Британском институте, а в 1857 он выставил три работы в Королевской академии, но только в 1863 стал постоянным участником выставок академии. А в 1865 он начал большую серию картин со спящего оленевого гончего, серию картин с изображением животных, которые заняли большую часть его оставшейся жизни. В интервью журналу, озаглавленному «Как я рисую животных», Ривьер объяснил некоторые практические аспекты рисования как ручных, так и диких животных. «Я всегда был большим любителем собак, но я так много работал с ними, что устал от того, что они были рядом со мной. Однако вы никогда не сможете нарисовать собаку, если она вам не нравится. Я никогда не работаю с собакой без помощи человека, хорошо знакомого с животным. Колли, я думаю, самые непоседливые собаки. Борзые тоже очень непоседливые, а также фокстерьеры. Единственный способ рисовать дикие животные состоит в том, чтобы постепенно накапливать большое количество исследований и больших знаний о самом животном, прежде чем вы сможете нарисовать его картину. Я рисую с мертвых животных и живых. У меня в мастерской было тело прекрасной львицы. Время от времени я проделывал большую работу в секционных залах зоологического сада. Это часть интервью, которую он дал журналу под названием «Как я рисую животных». В начале своей карьеры Ривьер добился известности как иллюстратор. Получил степень доктора гражданского права в Оксфорде в 1891 году. Его жена Мэри Элис Ривьер была художницей, выставлялась в Королевской академии художеств. После его смерти она подарила Британскому музею 4 рисунка Ривьера. У художника и жены было 7 детей, 5 сыновей и 2 дочери. Один из сыновей, Хью Голвин Ривьер, стал портретистом. Картины Ривьера хранятся в государственных учреждениях, включая Тейт, Метрополитен музей, Ройал Холлоуэй, Лондонский университет и художественный музей Крайслер. Ну так, немного информации. Все то, что мне удалось найти о британском художнике Бритоне Ривьере. Все, пока-пока. До свидания.